Гайс, всім привіт! Цей випуск було знято до подій 24 лютого. Після зйомок я там собі в голові планувала наступну добірку, який новий годинник собі обрати, якісь такі нормальні буденні речі. І, до речі, обрала. Це мала бути жіноча сніжинка Grand Seiko. Ну, нічого, я впевнена, що я її дочекаюсь. Вранці 24 лютого всі плани були спущені в унітаз завдяки Оркостану, який в світі знають як Російська Федерація. Але я жива, заводч також, ми відновили роботу і працюємо. Вирішили все ж таки випустити цю добірку в YouTube. Правда, ціни за цей час помінялись, але нехай вже все залишається, як є. Отже, далі буде випуск, який мав вийти 24 лютого. Привіт з іншого життя! Всем привет! С вами снова Юля на YouTube-канале The Watch. Давненько у нас не было подборок, привязанных к цене, поэтому я решила эту ситуацию исправить, и сегодня я решила взять диапазон в районе $500. В гривне это около 14-15 тысяч. Как по мне, вполне себе адекватный бюджет для того, чтобы выбрать неплохие часы. Однако, предлагаю переходить к делу, и сегодня я хочу начать подборку с довольно нечастого гостя. Это японский бренд Citizen. Я объясню, почему не часто. Дело в том, что по Citizen новинки в Украину приезжают не очень часто и далеко не все, они не совпадают с мировыми релизами. Короче, ситуация такова. Но если вдруг она исправится, то я вам гарантирую, что Citizen будет у нас мелькать гораздо чаще. В ассортименте Citizen довольно много моделей EcoDrive, и механику они начали наращивать относительно недавно. Механика из нашего сегодняшнего обзора – пример того, что у них удачно получается. Часы имеют корпус диаметром 41 мм и толщиной 11,4 мм и выполнены из упрочненного титана – и корпус, и браслет. Так что, несмотря на то, что это механика, часы очень легкие и максимально гипоаллергенные, если для вас это важно. Ран часов полированный, а вот боковые части сатинированы. Циферблат насыщенного синего цвета, выполненный в технике солнечные лучи с объемными накладными метками и гильяше. Более того, циферблат приоткрыт, и вы можете видеть, как работает калибр 82-29 с запасом хода 40 часов. Сам циферблат спрятан под сапфировым стеклом. Водозащита часов 100 метров. Идем дальше, и здесь у нас появляются кварцевые часы Certina. Мне кажется, что Certina, будучи соседом часов в ценовой пирамиде брендов Swatch Group, всегда старается все-таки предложить немножко больше. Литые застежки, а не штампованные, не просто кварцевые калибры, а сертифицированные хронометры, новые механизмы с антимагнитной защитой. Потому что, как бы там ни было, у часов узнаваемость гораздо больше. Поэтому для того, чтобы перетащить немножко одеяло на себя, Certina предпринимает такие шаги. И для клиента это очень даже приятно. Сегодня в подборке как раз оказался сертифицированный кварцевый хронометр с калибром Prissy Drive. Он имеет точность хода плюс-минус 10 секунд в год. В то время как обычный кварц имеет такие показатели, но в месяц. Диаметр корпуса 40 мм, толщина 9 мм. Отличный размер для среднего и небольшого запястья. Здесь симпатичный бирюзовый циферблат, выполненный в технике солнечные лучи, с накладными маркерами и арабскими цифрами. Стрелки и точки возле меток имеют люм суперлюминова. Апертура даты расположилась возле метки на 6 часах. Браслет с литой застежкой имеет сатинированные боковые звенья и полированные центральные.
часы имеют сапфировое стекло с антибликом и 100-метровую водозащиту. Следующие часы в подборке – это механика Timex M79. Я знаю, что у многих до сих пор присутствует определенный скепсис по отношению к механическим часам Timex. Да, действительно, раньше бренд был сосредоточен на производстве кварцевых часов. Но ведь тренды меняются, и поэтому механики становятся все больше и больше. И я вам скажу, что выглядит она очень даже достойно. Здесь за основу взят корпус Q-Timex, кварцевых часов бренда, выпущенных в 1979 году. У нас был обзор их переиздания в 2019 году. Но теперь Timex добавили механическую версию этих часов. Внутри японский калибр Miyota с запасом хода 40 часов. Его можно увидеть сквозь прозрачную заднюю крышку. Корпус диаметром 40 мм и толщиной 14,5 мм сделан из нержавеющей стали, как и браслет часов. Застежка на браслете удобно регулируется под размер запястья. Вращающийся безель с коричневой алюминиевой вставкой, метки и стрелки циферблата имеют люм. Возле цифры 3 находится апертура даты и дня недели. Сам циферблат спрятан под выпуклым акриловым стеклом, чтобы подчеркнуть винтажный дух модели. Но такое решение может показаться спорным, хотя в случае чего его можно отполировать. Водозащита часов 50 метров. Эта подборка не могла обойтись без японской механики Seiko 5 Sports. Еще в 60-е эта линейка стала самыми доступными часами с автоподзаводом, поэтому история у коллекции длинная, ассортимент просто поражает разнообразием. Кстати, уже скоро приедет новая пятерка в новом дизайне. Я выбрала браслетную механику с циферблатом в дайверском стиле, с крупными меткими и стрелками, щедро наполненными люмом LumiBright, но без дайверского безеля. За счет этого часы стали меньше и тоньше. Диаметр 40 мм, толщина 11,5 мм. Циферблат с апертурой даты и дня недели спрятан под стеклом Harlex. Это закаленное минеральное стекло, более устойчивое к царапинам. Внутри установлен механический калибр 4R36 с ручным и автоподзаводом и запасом хода 41 час. Заводная головка смещена к 4 часам для удобства носки, водозащита часов 100 метров. Раз уж Tissot PRX весь прошлый год очень громко гремел во всем мире, я решила добавить эту модель в нашу подборку. Учитывая ценовой диапазон, у нас появится кварцевая версия. Tissot, как и множество других брендов, не прошли мимо трендов на часы с интегрированными браслетами и перевыпустили свою модель 1978 года. Получились достойные часы с отличными характеристиками. Стальной корпус диаметром 40 мм и толщиной 10,4 мм имеет характерную форму с сатинированными рубленными гранями и как бы немного приподнятым полированным рантом. Браслет с литой раскладывающейся застежкой тоже сатинированный.
Черный циферблат с накладными метками спрятан под сапфировым стеклом. Стрелки и метки имеют люмп суперлюминова. Водозащита часов 100 метров. Еще одни швейцарские часы в нашей подборке – это Victorinox Swiss Army Field Force. На текущий момент эта линейка является самой доступной по цене, но тем не менее от этого она вообще не теряет в качестве. Часы имеют довольно крупный корпус диаметром 42 мм при толщине 11 мм. Сам корпус полированный, черный ран с IP-покрытием. Браслет трехрядный и имеет сатинированные боковые звенья, а центральные отполированы. Застежка раскладывающаяся литая. Черный циферблат под сапфировым стеклом имеет крупные арабские цифры и широкие стрелки мечей с люмом, так что читабельность здесь на уровне. Возле метки на 3 часа расположена апертура даты и дня недели. Это кварцевые часы, внутри установлен швейцарский механизм Рондо, водозащита часов 100 метров. Вернемся к Японии, и здесь у нас появляется Ориент. Я выбрала линейку Бомбино. Вообще, у Ориента довольно много механических моделей в нашем ценовом диапазоне, но мне нравится Бомбино, потому что она такая немного винтажная и очень узнаваемая. Вообще, эта коллекция существует довольно давно и насчитывает где-то 5 поколений, в которых чуть менялся дизайн циферблата и калибры механизма. Наши часы выполнены в корпусе диаметром 40,5 мм. Умеренный и аккуратный размер. Под выпуклым минеральным стеклом спрятан циферблат коричневого цвета с накладными индексами и открытым балансом. Сатинированный браслет имеет раскладывающуюся застежку. Внутри установлен механический калибр F6T22 с ручным и автоподзаводом с запасом хода около 40 часов. Его можно увидеть сквозь прозрачную заднюю крышку. Так как модель все же более классическая, водозащита соответствующая – 30 метров. Дальше у нас появляется спортивный кварцевый хронограф швейцарского бренда Wenger. В 2005 году Victorinox выкупил компанию Wenger, и теперь она является частью группы. С точки зрения цены, Wenger предлагает более доступные часы, чем Victorinox, но они отличаются по техническим характеристикам. Часы выполнены в стальном серебристом корпусе диаметром 43 мм. С ним же гармонирует серебристое обрамление меток и стрелок на циферблате, которые имеют люминесцентное покрытие. В центральной части светло-синего циферблата располагаются регистры хронографа и гелише в виде горизонтальных полос. Кстати, кнопки хронографа цветные, верхняя красная, нижняя черная.
Сам циферблат спрятан под минеральным стеклом с сапфировым покрытием. Часы имеют коричневый кожаный ремешок и внушительную водозащиту 200 метров. Пришло время для Citizen с механизмом EcoDrive. Для нашей подборки я выбрала сдержанный и аккуратный кварцевый хронограф на браслете. Дело в том, что я не фанат Citizen с кучей шкал и индикаторов. Дело в том, что в повседневной жизни вы вряд ли будете ими пользоваться, но при этом, чтобы считать время, иногда надо даже напрягаться. Часы выполнены в стальном корпусе диаметром 42 мм и толщиной 11,9 мм. Боковые части корпуса сатинированные. Браслет пятирядный. В нем комбинируются как сатинированные, так и полированные звенья. Стилистика этого хронографа ближе к классике, поэтому граненые накладные метки и стрелки Dauphine без люма. Апертура даты в серебристой рамке расположена возле метки на 3 часах. Циферблат спрятан под минеральным стеклом. Внутри установлен калибр EcoDrive на солнечной батарее. При полном заряде запас хода составляет около 7 месяцев. Водозащита часов 50 метров. Следующие часы в нашей подборке – это кварцевые Tissot Carso. Честно говоря, я обратила внимание на эту линейку относительно недавно. Но если вы подыскиваете классические часы, то там есть на чем остановиться. Часы имеют плоский тонкий корпус диаметром 40 мм и толщиной 7,6 мм. С аккуратными короткими ушками. И корпус, и ушки полированные, как и тонкие стрелки на циферблате. Сам циферблат выполнен в технике солнечные лучи и как бы двухуровневый. Визуально центральная часть кажется более светлой, а внешняя с напечатанными римскими цифрами более темной. На циферблате также присутствует апертура даты и индикатор лунных фаз. Синий кожаный ремешок имеет стандартную застежку-пряжку. Водозащита часов 50 метров. Приемлемый показатель для классики. Пришло время для более спортивной версии Orient, и здесь у нас появляется механика Orient Mako. Стальной матовый корпус имеет диаметр 44 мм при толщине 13 мм. На черном циферблате под минеральным стеклом контрастно выделяются удлиненные метки и крупные стрелки мечи с люмом. Люм также присутствует на центральной метке однонаправленного безеля с алюминиевой вставкой. Заводная головка завинчивается, задняя крышка глухая. Внутри установлен механический калибр F6922 с автоподзаводом и запасом хода около 40 часов. Водозащита 200 метров.
Еще один бренд, без которого бы точно не могла обойтись эта подборка, это Casio, модель в корпусе 69-00. Впервые 69-00 выпустили в 95 году, и эта модель до сих пор числится в топе самых продаваемых G-Shock'ов в мире. Закономерный результат развития корпуса – это появление моделей в стали. Точнее, здесь внутренняя часть, защищающая модуль, по-прежнему полимерная, а вот наружная сделана из нержавеющей стали. Часы имеют размер 53,9 мм на 49,7 мм при толщине 18,6 мм. Для G-Shock'а габариты довольно привычные. Сам корпус в основном полированный, верхняя часть ранта сатинирована. Под минеральным стеклом черный электронный циферблат с электролюминесцентной подсветкой. Из функционала присутствует секундомер, таймер, многофункциональный будильник, календарь. Водозащита часов 200 метров, ремешок каучуковый. Отличный спортивный вариант, но уже все-таки чуть более серьезный, чем стандартный G-Shock. Возвращаемся к швейцарскому бренду Certina. И здесь я решила добавить кварцевый хронограф из линейки Urban DS Caymano. Полированный корпус диаметром 42 мм при толщине 11 мм имеет короткие ушки, к которым прикреплен пятирядный браслет с полированными центральными звеньями и сатинированными боковыми. Браслет имеет раскладывающуюся литую застежку. На черном циферблате вверху расположен регистр хронографа, внизу отдельный секундный циферблат и апертура даты. На стрелках и точках возле арабских цифр люм суперлюминова. Как и предыдущая модель Certina, это сертифицированный кварцевый хронометр с калибром Precidrive ETA G10. Водозащита часов 100 метров. Как по мне, очень даже практичный повседневный вариант. Завершу подборку еще одними Seiko дайверской туной на солнечной батарее. Эта модель входит в серию Street. По словам Seiko, в ней представлены часы в урбанистическом стиле и соответствующей цветовой гамме в серых, синих, темно-зеленых оттенках. Характерный корпус диаметром 47 мм и толщиной 12,4 мм сделан из нержавеющей стали. Сверху защитный полимерный протектор. Безель из стали с алюминиевой вставкой вращается в одну сторону. Циферблат серого цвета спрятан под стеклом Hardlex. Метки и стрелки крупные и щедро покрыты люмом суперлюминова. Здесь приятный каучуковый ремешок, водозащита часов 200 метров. И не забывайте о том, что это сертифицированные дайверы. Я твердо уверена, что качественные часы можно выбрать плюс-минус в любом ценовом диапазоне. Мне не очень нравится часовой снобизм, да и вообще снобизм в любых сферах жизни. Просто с ростом цены растут и наши ожидания, и, соответственно, количество параметров, на которые мы обращаем внимание при выборе часов, и ожидаем их качественного исполнения. Плюс часовое хобби в любом случае предполагает определенное развитие. Например, когда мы только начинали заниматься часами,
Я не совсем понимала, зачем мне нужна механика, если есть кварц, довольно практичный и удобный. Все это пришло ко мне немного позже. И подобные параллели можно провести с чем угодно, с тем же декорированием, механизмами и прочими деталями. В общем, думаю, вам точно что-то приглянется в этой подборке. Но с другой стороны, я уверена, что у вас найдутся какие-то варианты, которые вы бы тоже хотели добавить в эту подборку. Поэтому делитесь ими в комментариях. Ну що ж, дуже дякую, що ви додивились цей випуск до кінця. Сподіваюсь, ви трішки відволіклись від тривожних думок та новин. Це точно не останній випуск з добірками на нашому YouTube-каналі. І найближчим часом ми плануємо відновити регулярні відеоогляди та спецвипуски. Бережіть себе, хлопці та дівчата, зберігайте віру в майбутнє та не падайте духом. Це зараз точно на часі. Привіт нашим крутим ЗСУ та волонтерам, слава Україні і до зустрічі!